gospodo, počinje ceremonija razmene dokumenata potpisanih tokom zvanične posete predsednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Повестка дня переговоров включала и актуальную международную, региональную тематику. Россия, как и Сербия, заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. В частности, что касается Косово, российская позиция хорошо известна. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Председника Республики Сербии, да нам се обрати. Председниче, изволите. А что се тиче Русије, без Русије и због снаге Русије у Совету безбедности Уединенним нацијама потпуно је јасно да никаквог решења неће бити. И ја ћу се пре сваког решења свакако посаветовати са председником Путином, али знате, ми све време причамо о решењу и сви воле да причају о решењу, или валјда сви воле добре вести, а ја сам човек који је врло реалистичан, ја не могу да будем тако оптимистичан и да говорим о том решењу, јер го у овом тренутку просто не видим. Знаем вас как подлинного сторонника самых тесных, теплых отношений между Россией и Сербией. Во многом благодаря вашему личному участию российско-сербское взаимодействие успешно продвигается по всем направлениям. Орденом Александра Невского награжден президент Республики Сербии Александр Вучич. Для меня и для Сербии получить орден Александра Невского большая честь, но также большая ответственность в моей будущей работе в деле расширения сотрудничества между Россией и Сербией.